Всем привет-привет! Так, это видео посвящается моему второму вступлению в СП «Больше, чем просто большая». Вот так вот выглядит сейчас моя канва. Это Аида 20 аккаунта. Сейчас я чуть-чуть отодвину. Да, вот так вот. Вот такой вот большой кусок. Это загнуто. Размер моей работы будет 450 на 318 крестиков. Сейчас я вам скажу, сколько крестиков в целом это будет. Сейчас я посмотрю статистику. Секунду. Проект. Так, и пока я смотрю, давайте я вам расскажу, что там у нас будет. Так, 450 на 318 крестиков, а общее количество это 143 098 крестиков. Вот столько. Планирую эту работу на год. Это такой типа мини-хаед получается. А вышивать я буду не по бумажной схеме, а вот покажу вам. Я купила приложение Крости. Смотрела я приложение Крости Сага, там вот это. Она дороже стоит на 100 гривен, но и отзывов там негативных больше. В плане, что обновления, там как-то слетают схемы, потом невозможно восстановить эти схемы. Ну, короче, как-то так. Я почитала, посмотрела эту и, в общем-то, остановилась на этой. Итак, моя организация. Я вышиваю нитками Перри, Мулине Перри. И вот столько у меня ниток. Это вот первая планшетка. Сейчас, секундочку, давайте так сделаем. Так, вот первая планшетка. Тут уже есть две иголки. То есть я уже начала. Вот так вот. Я же говорила в предыдущем видео, что Перри, это у них нумерация идет аналогом от DMC ниток французских. Но по качеству, по толщине и по свойству ведения ниток, они очень похожи на своих французских братьев. А это типа мерсилизованная, да, по-моему, так правильно называется, мерсилизованный хлопок. Вот так вот. Значит, вот мои иголки. А вот так вот это выглядит с этой стороны. Да, я переделала сама. Это стандартные планшетки, которые комплектуют у нас Катрусины рукоделки. Вот. Вторая такая вот планшетка. В работе используется 48 цветов. Я уже использовала 3. Вот здесь это последние. И здесь бленд. Бленд как раз одна новая нитка и дополнительно из уже имеющихся есть. Светлый будет бленд. Все мои иголки, это побольше размеры, они пока внизу находятся, наверху на верхнем магнитике у меня находятся иголки, которые потоньше. Почему? Потому что 20 Аида, по моим скромным определениям, я ее держу первый раз в руках,
Девочки, кто говорил, что 14-я или 16-я Цвайгард сильно накрахмаленная, 20-я, мне такое впечатление, что она, ну, точно не натуральная, а какая-то пластиковая сетка. То есть настолько она накрахмаленная. К сожалению, натяжку с первого раза не удалось натянуть прям идеально. Да, она натянута, но хождение в этом в самой есть. Почему? Потому что вот здесь вот невозможно нормально накрутить. Итак, решила вам показать. Сейчас покажу, что... Ну, это 20-я у нас Аида. Так, ну ладно, покажу это то, что у меня уже вышито. Вот так вот. Очень мелко. Перед тем, как, ну, начать вышивать, я решила попробовать, что же у нас есть нитки, как они будут вести себя на канве. Значит, вверху это перри в одно сложение и в два. Так оно, конечно, не сильно видно. Но в одно сложение оно светило. А в две уже, ну так, нормально плотно. Я вчера вышивала. И, в общем-то, нормально все. Все нормально. Просто что... Слышите, это так стучит канва. Вот я пальцем просто. А это она не сильно натянутая. Невозможно ее сейчас натянуть. Я думаю, что со временем. Погода у нас то дождливая, то сухая. В общем, возможно, ткань как-то ослабнет в своей накрахмалке. Ну, в общем, да, еще, конечно же, вы заметили, что это Аида 20-я с разметкой. Я заказывала ее в Катрусиных рукоделках. Ссылки я оставлю все внизу. Так, как раз у меня кусок я заказала стандартный размер по схеме, который шел, да, плюс 5 сантиметров на поля. И я вам сейчас ставлю, что же за картинку я буду вышивать. Вот такой вот большой дом с такими прекрасными цветами. Мне как-то даже не сам дом, может быть, привлек внимание. Ну, в целом, конечно, дом. Но меня очень привлекло то, что возле дома вот такие пушистые, по-другому не скажешь, красивые цветы. Что есть ухоженная обочина и так далее. Возле дома такой красивый оазис цветов. Итак, значит, работу я буду вышивать в две нити полным крестом. Планируемая дата окончания – это конец августа следующего года. Я также буду вести параллельный подсчет на сайте сколькокрестиков.ру. Пока я успеваю, но мне надо в день делать, написано, ну, практически 400 крестиков. Ну, я думаю, что я буду успевать, потому что бывали времена по бумажной схеме, когда я делала в день и больше. Но будем смотреть, поскольку эту работу я буду впервые вышивать по электронной схеме. Пока вчера это был первый день, сложный день с программой. Не могу сказать, что я тут раз-два и все разобралась за 10 минут, как в большинстве случаев говорится. Нет, пока я разбиралась, я натыкала там... того, что не надо было натыкать, а потом, пока я нашла, как его исправить, пришлось посмотреть два видео.
И в видео, кстати, ну, в большинстве случаев рассказывается, да, то есть как по самой инструкции, плюс-минус, да, но ни одно видео не рассказывает, если вы там что-то натыкали пальцем, и схема у вас, допустим, вся, ну, вы ее видите, но она не активна. Что могло произойти? Потому что я установила это на телефон, там не самый большой, как говорится, экран, то есть это не планшет, вот, и сильно там детализировано, ты не можешь посмотреть, где что нажал, и, ну, то есть оно должно было бы светиться на общем фоне. Ну, в конечном итоге я уже напсиховалась, но все-таки нашла, где я что неправильно сделала, исправила, потом начала вышивать и столкнулась с такой проблемой, ну, скорее всего, это из-за размера схемы, когда уже, то есть я выделяю цвет один, подсвечиваю его, вышиваю и время от времени зачеркиваю. Так вот, когда я перехожу к зачеркиванию, надо посчитать 1, 2, 3. И тогда маркер полностью включается. Потому что если вот тыкнуть сразу, он показывает, что он сразу включился. Но зачеркнуть ты можешь один крестик. И потом еще 1, 2, 3. И потом уже нормально водишь пальцем, и все срабатывает. Вот такие вот были приключения. Итак, Лиля. Букет, организатор СП больше, чем просто большая. Я напишу в боксе и, наверное, в названии видео, что я участник под номером 6. Я была. Я уже вышивала одну картину, я окончила. Кстати, кто не смотрел мои видео или не подписан на мой канал, я уже участвовала, начинала одну работу. Вступала я уже с отшитыми 13%. Работы и закончила. Тоже это была схема от Химеры. Это был первый отшив по этой схеме, насколько я знаю, в данной группе Катрусиной рукоделки. Сейчас я выполняю схему. Она уже отшивалась, насколько я видела. Это первый раз. То есть это третья схема, которую я вышиваю от Химеры. Две это были первоотшивы, я первая вышивала, успевала. А это уже схема, она позапрошлого года, 16-го. И, конечно же, ее уже успели вышить, но все равно меня это не остановило. Я пока поближе покажу крестики. Они такие сейчас какие-то странные, маленькие. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, пишите. Буду рада вашей поддержке в комментариях, лайками. Ну, дизлайки по традиции, конечно же, ставьте, но желательно пишите, что вам не понравилось, чтобы я просто знала для себя, а вы могли высказать свое мнение. Я вас уверяю, никто ни на что обижаться не будет. Конструктивное или неконструктивное, так сказать, замечание. Это тоже замечание. Итак, я тут уже много чего наболтала. Я надеюсь, что Лиля меня уже повторный раз пустит в СП. И я сейчас буду приступать опять к вышивке, чуть-чуть посижу. Всем девочкам успеха, за всеми я наблюдаю, даже когда я уже не участвовала, то есть я кончила свое участие. Но я все равно планировала, что я вернусь. Вот я все равно заходила на страничку Лилии Букет. У нее есть отдельный плейлист «СП больше, чем просто большая». И это как раз тот момент, когда ты хочешь сесть повышивать и включаешь себе плейлист. Во-первых, ты можешь просмотреть все обновления, то новые отчеты, то есть она добавляет их туда, в свой плейлист. И можно без остановки просто одно за другим видео листается, и это плюс. Итак, девочки, всем успехов в вышивке.
больших продвижений. Скоро осень, скоро погода будет нам разрешать вышивать, наверное, больше. А может быть, наоборот. Будем смотреть. Всем пока.